Здравствуйте, друзья! Спасибо, что смотрите нас. Сегодня мы для вас приготовили рецепт яблочного джема. Такой джем вы можете готовить любое время года. Для этого нам понадобятся кисло-сладкие яблоки, апельсин, сахар для варенья с пектином и вода. Хорошо вымытые яблоки и апельсины разрезаем на несколько частей. Чистим от кожуры яблоки, вытаскиваем косточки. Апельсины будем использовать вместе с кожурой. Теперь мы наши фрукты прокрутим в мясорубке. Прокрученные фрукты мы перекладываем в кастрюлю, добавляем сюда воду и сахар обязательно с пектином. Это позволит нам загустить хорошо джем. Все мы хорошо перемешиваем. Даем закипеть и после закипания варим минут 10-15. Друзья, яблочный джем готов и получился нежный с апельсиновыми нотками. Рекомендую его попробовать с тостами или блинами. Если хотите заготовить джем впрок, для хранения используйте стерилизованные банки и крышки. Спасибо, что смотрели нас. Подписывайтесь на наш канал, пишите комментарии, ставьте лайки. Прошу к столу и приятного вам аппетита!